Больше не надо. Подойдешь? Ну, можешь, я еще тебя покажу. Спасибо. Ну. Помощь. Хорошая крышка. Ну. Пока. Ну, в общем-то, я разобрала свой маленький скрипок, и он такой чудесный оказался, я прям рада. И все это время я хочу начать рисовать на бумаге, именно в скетчбуке, собирать его как книжку, такой как визуальный дневник, потому что я не рисую в скетчбуках совсем. Мне это не нравится в плане, что меня это как-то нервирует от того, что какие-то незаконченные маленькие рисунки, какие-то каляки-маляки, я не привыкла. Для меня скетч всегда был такой на каком-то клочке бумаги, где примерно собрал композицию, перенес на большой лист, на основной холст, и все, и убрал этот скетч, и ты, может быть, используешь эту бумажку как палитру, или вообще ее выкинут, переработают. Поэтому скетчбук всегда был чем-то не моим, но мне в последнее время хочется уменьшить свое экранное время, потому что я и работаю на ноутбуке, это все время экран, рисую на планшете. В общем, я все делаю на планшете, потом я читаю и монтирую видео, и смотрю чьи-то видео. Думаю, если я начну сейчас снимать этот видеодневник, то мне будет легче самой придерживаться этой цели рисовать в скетчбуке. На самом деле, у меня осталось совсем немножечко времени до следующего урока. Как раз посмотрим, насколько быстро я смогу собрать эту картинку. Я буду рисовать и гуашью, и карандашами. Думаю, такой немножечко смешанной техникой. Остановилась на таком миленьком теленке. На самом деле, я так много думала, что я начну рисовать, когда скетчбук придет, и вот это начну, и это нарисую тоже. И прям, мне кажется, у меня какая-то даже паника была, что мне разорваться, что хочу нарисовать. И сейчас тоже, как бы, я не со 100% уверенностью это делаю, но... Я все хочу рисовать, поэтому начнем с пеленка. Так, у меня осталось 18 минут.
новый, но все там же рабочий день. А я же вчера так и не показала, что у меня в итоге получилось дорисовать. Я не снимала. Начались уже классы, и я просто рисовала в перерывах между классами. Но полностью завершила весь разворот. Получилась вот такая прелесть. Мне нравится. Получились очень милые коровки. Цветы не очень нравятся, но на тот скетчбук я стараюсь остановиться на том, что это все-таки зарисовки быстрые, не нужно их долго прорабатывать, продумывать. Да, сегодня у меня снова, как я сказала, рабочий день, и класс уже через час следующий. Но есть немножечко времени, хочу еще немножечко порисовать, поработать над самоприятием рисунков, потому что тот стиль, которым я рисую, который мне нравится, он... Иногда, мне кажется, детским. Я думаю, что я рисую какие-то детские рисунки. Какая-то, видимо, у меня такая арт-травма по поводу того, как нужно рисовать. Потому что, когда я училась в художке, мне казалось, что я должна, когда вырасту, рисовать великолепные шедевры маслом, такие реалистичные портреты, пейзажи, что-то такое, уф, прям такое монументальное. И... До сих пор я с этим борюсь, потому что это очень красиво, это восхитительно, когда я вижу работы уже очень известных, естественно, художников или современников. Можно только поразиться, посмотрев на их работы, но мне это не так интересно, я не хочу так рисовать. И, естественно, мне не очень интересно разглядывать такие работы. Я больше люблю такие сказочные детские иллюстрированные книги с всякими гномами, эльфами, какими-то феечками. Один мой близкий человек сказал мне, что... детский рисунок — это значит, что его нарисовал ребенок. Это не говорит о качестве, о способе рисунка. Это просто детский рисунок нарисовал маленький человек. То, что нарисовал взрослый человек, это уже не детский рисунок. Это просто то, что он рисует, то, что он выражает. И мне так понравилась эта мысль, но я до сих пор к ней пытаюсь привыкнуть, потому что вот все, что мне нравится, все иллюстрации художников из разных уголков мира, они все, по моим критериям, такие детские относительно. И мне это очень сильно нравится, то, как они создают свои работы. Ну, в общем-то, пища для размышления. Раз уж это видеодневники, я решила сюда это тоже записать. Работает? Нет, не появляется? Нет. Заглянула сказать привет видеодневнику. Последние несколько дней я ничего не делала. Точнее, все, что делала, находилась в горизонтальном положении и смотрела сумерки. Устроила себе марафон. Действовала как обезболивающее. Немножечко приболела, поэтому... ничего не вышло из запланированного, никаких иллюстраций, никакого скетчбука. Но теперь я уже вернусь к работе и к иллюстрации, соответственно, тоже. Просто раз остановилась на такой серединке с разворотом, с такими сумасшедшими клетчатыми вазами. Они, мне кажется, очень прикольными, веселыми, особенно вот это. Это чересчур весело, мне не очень нравится. Но тут даже есть собака. Посмотрите, это собака. Впервые в жизни я рисую собаку. Обычно я их очень боюсь. Ну, не правда, что нарисованных, но они все очень милые, красивые и все остальное. Но я их боюсь с детства, поэтому люблю издалека и, соответственно, никогда не рисую. Но это собака. Я вам еще раз ее покажу. Она похожа на собаку девочки, которую я смотрю на YouTube. И она у меня с очень доброй, милой, изящной, интеллигентной собакой с длинными худенькими ножками и длинной мордой. И когда я увидела такую собаку в шапке на Pinterest, я решила, что я хочу нарисовать. И даже нашла еще несколько собак в шапках. Это вообще какая-то вечеринка шапочная. Вот, поэтому здесь есть место для всех этих собак. Еще в шапках я их нарисую. Ну и этот милый такс тоже. Конечно, уши у него так неестественно сделаны. Их держит. Думаю, что приятно собаке, если честно. Хотя, может быть, и мне неприятно, я надеюсь.
Она выглядит очень милой, какой-то такой инопланетянской собакой. Поэтому я ее такой оставила, с такими ушами поднятыми. И давайте дорисуем это. Давайте. Как будто вы сейчас со мной будете рисовать. Я сейчас буду это дорисовывать, пока у меня есть немножечко времени до урока. Ну что, новый день, новый разворот. Сначала я немножко переживала, чем я буду заполнять все эти страницы. Думала, что, наверное, буду постоянно рисовать только все, что меня вдохновит на Pinterest. Такие впечатления от Pinterest. Но вспомнила, что раньше я очень любила зарисовывать настроение. То есть неважно, что за сегодняшний день появилось только 5 новых бабушкиных квадратов, какая-то вкусная хурма была съедена, неважно, можно нарисовать впечатление от этой вкусной или невкусной вяжущей хурмы, или, например, нарисовать этот болеющий красный нос, какие-то желтые фиолетовые пятна, не знаю, так я чувствовала себя, поэтому так рисуется эта картинка, такой не столько автопортрет, сколько, не знаю, автоизображение эмоций. Такой эмоциональный чувственный портрет, передача настроения в тот день. И мне кажется, это очень интересно. По крайней мере, сразу облегчает задачу, что же нарисовать, что мне сегодня рисовать. Я только провела 9 уроков, и впечатления у меня не все от них такие, которые бы я хотела зарисовать, может быть. Поэтому вот такая идея. Не новое, не изобретение, но я решила, что таким образом буду заполнять свой скетчбук, рисую настроение и какие-то маленькие карточки, вдохновляющих меня пейзажей, животных, эмоций, всяких мелочей.
Привет новому дню и новому вязальному проекту. Точнее, он такой новый, хорошо забытый старый. Я уже как-то начинала вязать крючком, вязала такую сумку, шопер крючком из бабушкиных квадратов, но быстро забыла про все это. Но на самом деле мне очень нравится процесс вязания крючком. Он очень такой умиротворяющий, что ли. И при этом создаешься что-то такое фактическое, физическое, что можно потрогать, что можно использовать, что может быть полезно. У него есть функционал. И в этом случае это будет такая жилетка в моих любимых сочетаниях розового и зеленого, такого салатового, фисташкового. Очень сильно хочу скорее это делать. И раньше я как будто бы особо не задумывалась о ценности таких физических вещей, сделанных своими руками. Конечно, я понимала, насколько это здорово и ценно, но при этом мне было легче, наверное, что-то купить, заказать. Но сейчас, когда столько всего у нас автоматизировано, столько процессов делают машины, так приятно сделать что-то своими руками и то, что я смогу носить, потому что я пока не умею шить одежду, пока не планирую начинать, но такие мелочи вроде этого жилета из бабушкиных квадратов делают меня немножко счастливее каждый день, что я сделала ее, делаю, еще не сделала, делаю его сама. И в нем есть какая-то особенная магия, назовем это магией, да. Решила заглянуть на пару секундочек в конец этого видео. Думаю, пришло время его завершать. Я много всего наснимала, но я очень хотела поделиться с вами. Так, вы были частью съемочного процесса этих квадратов бабушкиных. У меня они уже почти все готовы. Есть такая гигантская стопка бутерброд вот этих розовых, полностью готовых большого размера квадратиков. Вот эти маленькие, даже такую маленькую пушечку. И вот такие до конца недовязанные квадраты, этого розового финального квадратика нет, потому что у меня закончилась пряжа. И сначала я хотела, может быть, даже подождать и отснять все, но это будет очень долго и не связано, поэтому как бы я не хотела закончить это видео в новой жилетке, но мы с вами и жилетку увидимся уже в следующем видео. Спасибо большое за просмотр. Пока!